Телекомпании «Город» вручили премию «Легкий стиль». Награда, учрежденная в память известного рязанского журналиста Дмитрия Проскурина, ушедшего из жизни в 2012 году, вручалась во второй раз. Церемонию приурочили ко дню рождения Дмитрия. Лучшие работы выбирались путем общественного голосования по итогам оценки журналистского сообщества. Прежде всего, актуальность вопросов. Прежде всего, умение изложить актуальность вопросов. И самое главное, чтобы читатель, телезритель, слушатель воспринял эту ситуацию душой и сердцем, так, как это делал Дмитрий Проскурин. Изначально премию вручали сотрудникам печатных изданий. Однако в этом году формат конкурса был расширен. В нем приняли участие не только газеты, но еще интернет-порталы и телеканалы. По итогам оценки коллег обладателями «Легкого стиля» в этом году были признаны газета «Панорама города», областное радио, рязанский деловой портал, юрист информационного агентства «Малая Родина» Вячеслав Шашнов, фотограф Владимир Кованов за серию снимков «Раковый корпус», журналист Виктор Петренко и телеканал «Город». Благодарю вас за высокую оценку нашего труда. Вот. И вот этим пером мы постарались написать новые замечательные страницы в нашем творческом пути. Спасибо большое. Известный рязанский журналист Дмитрий Проскурин в разные годы сотрудничал с такими изданиями, как «Вечерняя Рязань», «Новая газета», «Мещерская сторона». По общему признанию коллег, он прекрасно владел словом и очень бережно к нему относился. 27 июня 2012 года Дмитрий скоропостижно скончался. Ему не было и 33. В 2014 году с инициативой провести конкурс для независимых журналистов в Рязани выступили друзья Дмитрия Проскурина, те, кто лично его хорошо знал и работал с ним в разных изданиях. Большую помощь и поддержку организации мероприятия оказала его мама Светлана Ивановна. Премия «Легкий стиль» ежегодно вручается в день рождения Дмитрия 1 декабря. Иван Крестьянинов, телекомпания «Город».